Мы жители двух мыльных пузырей, двух смежно расположенных вселенных, одной тончайшей пленкой разделенных, без признаков каких-либо дверей. И льется свет на нас со всех сторон, бесстрастно освещая наши лица, но нам, увы, конечно, не пробиться сквозь этот еле видимый заслон, сквозь этот еле видимый заслон. А раз уж так, пусть будет так и впредь, причуды бытия необъяснимы, но, Боже, как порой невыносимо бывает неспособность умереть, бывает неспособность умереть. И смотрим мы сквозь эту пелену, дотрагиваясь нежно до мембраны, как будто до кровоточащей раны, у вечности застрявшие в плену, у вечности застрявшие в плену.